В основе составления бюджета на 2017-2019 год лежат прогноз социально-экономического развития муниципального образования города Оренбург и основные направления бюджетной налоговой политики города на 2017-2019 годы, основанные на соответствующих постановлениях федерального и регионального уровня. Главное правило на предстоящие 3 года – это жить по средствам и не наращивать расходные обязательства. Бюджетная политика в ближайшие годы будет строиться в рамках следующих правил. Это формирование бюджета, исходя из консервативного сценария, исполнение установленных публично-нормативных обязательств, сохранение бюджетной сети муниципальных учреждений, отказ от наращивания долга. Проект бюджета сформирован в полном соответствии с соблюдением норм и ограничений, установленных бюджетным законодательством, и в настоящее время рассматривается депутатскими комитетами. Ну, хочу отметить, что в целом у нас бюджет непростой, напряженный, но сбалансированный и соответствует возможностям, которые мы на сегодняшний день располагаем. Спасибо.